Ой, как хорошо, и ветерок, ребят, сказали, сегодня жарко. Но я посмотрела, 23, а девки на лавке сидели, сказали, 25. Боже упаси. Ну, платье красивое, ребят, вот здесь не хватает вот с руки моей цепочку золотую. Кто, если надумает цепочку мне подарить? У меня завтра день рождения. Да, и мне не жирно, а вам не знаю. Ой, как хорошо на улице. Пойду пошлындую. Надо фасоль мне обязательно. И пойду на пруд. Там у нас пруд делают, как его сказать, чистят его. Там будут выкачивать воду. Вот. Пойду сниму, там деревья режут. Не забудьте мне цепочку сюда купить золотую. Золотую. Как вот. Ну, здесь не хватает, ребят. Ну, что это бардак, бардак. Это, конечно, не то. Ладно, давайте буду снимать идти. Ой, как хорошо на улице. Ой, не знаю сколько, 25. Но ветер теплый. Я люблю вот это вот. Я жару, ребят, не могу терпеть. Ну, климаты везде разные же, да. Я даже еще не завтракала. Ой, не завтракала ничего. Ну, приду позавтракаю. Надо этот мне творожную массу. А, еще огурцов наберу. Подешевле. Сейчас все, буду на салатах сидеть. Буду сидеть на салатах, а то ко мне барин приедет в июле. Ну, конечно, фотомодель я уже не стану, но немножко животик. Ой, девки, чё ж я сегодня пока убиралась, сполоснулась. Я так смеялась, что-то в Ютубе я... Ну, приколы эти детские. А, девка, школьница, наверное, в классе во втором. Ой, девки. А вы говорите «мы». Ну да, она там включила какую-то песню иностранную. Боком стала, топик одет. Ну, класс, может, первая, пухленькая или во втором. И еще на экране пишет, это детский сад наш, ребят. Это я иду по жилету в центре. Ну, уже снимала, сейчас пойду пруд сниму. Не знаю, пойду, хочу, знаете, еще вам показать. У нас там на пятачке сделали. И, короче, она танцует, и это топик, и это. А попа-то толстая, и пишет. Я сама худая, а жопа толстая. На экране пишут. Вот. Вот так. А вы говорите купаться. Цветочки вон еще. Еще эти одуванчики не летят. Одела их. Я, конечно, редко одеваю их. Ой. Что-то мне шатает. Ой, а это что это? А это груша, наверное, да? Или яблоня цветет? Груша или яблоня? Что это, ребят? Яблоня? Да. А откуда вы знаете? Груша, она другие листья. А, листья. А, вы по листьям. Гляньте, цветет как сильно. Это яблоня, он сказал. А, мужчина, вон, симпатичный. Не знаю, чей муж. Говорит, груша другое, другие листья. А груша у нас около общаги. Ой, у меня платье разлетается. Ой, сейчас увидит у меня мои стринги. Сексуальные. А это, я вам говорила, будет асфальт. Не асфальт, а плитку. Вот, цветет как сильно. Сказали, в этом году я яблок будет много. Три татушки. Три тата. А это приют наш или детдом, как сказать, не знаю.
не знаю, как сказать там, ну, у кого родители того самого. А здесь тоже меня смотрят с приюта. Ну да, моя знакомая смотрит. Ладно, давай. Сейчас я в магазин один и второй за... Ну, по магазинам. Мне надо чистую фасоль. Чисто белая. Без крапин. Без крапин, без всего. Чисто белую. Тут раз даже в Калуге не было. Ну, я ж не буду по всей Калуге. И я это заказывала, как ее, в Альберсе. Ну, конечно, не такая. Но она мелкая. А мне надо... А домашнюю где? Вообще-то хорошо бы домашнюю, только чисто белую, без крапин. Ну, я натощак пью, девки, но это на самом деле правда. Натощак, утром встаю, и это 100 грамм я утром вот выпила. Я утром выпила, сразу наливаю кипятка, 100 грамм, пока он остынет, потом кидаю в 100 грамм 5 штучек. Но там не крупная белая, а мелкая. Я 10. И на следующий день, на утро, я пью эту воду. Надо фасоль съедать, я не съедаю. И это... Ну, вы сами знаете, что я сосать буду. И, короче, вот, это помогает. Я уже больше полгода пью. Сейчас зайду вот в 8-й дом, туда зайду, посмотрю, где эта фасоль. Ну, я тут раз ходила, я... Ну, больше полгода я пью. С того года даже я начала. А сейчас что у нас? Май? Кого даже больше... Это вот 5-й дом, вот он. Здесь подруга моя живет. Ну, мы молодые были. Я-то сама с Калуги. Мы молодые были, гуляли. Вот 8-й дом, сейчас зайду. Что-то не выспалась, что ли, я. Я уже его снимала, этот магазин. Не хочу. Творог возьму, посмотрю. О, рыжий, ну что ты? А, телепузик ты наш. А, ты какой красивый. Что хочешь? А, со мной здоровайся. Поздоровайся с моими зрителями. Не надо обнимать меня. С моими зрителями поздоровайся. А, телепузик. Так, ребят, 6-й дом вот ходила, взяла здесь, и то с витрины. Вот собаки, видите, в центре. Вон сирень белая, каштан вон цветет. Короче, я это, в 6-м доме, чисто белую, 143 рубля взяла. Прям последнюю, с витрины. Ой, теперь хоть не буду в Альбисе ее заказывать. Ну, тоже она не крупная, а мелкая такая. Клен мой дерево, девки. Вот это клен мое дерево. Я овен. Ну, у каждого человека свое дерево. У меня клен. Клубники себе взяла на 300 рублей клубнику взяла. Сейчас покайфуем. Так, спина что-то обратно заболела. Ой, как хорошо, фасоль взяла. Теперь не буду заказывать. Но я лекарства делаю, вот что. Ну, там ребята играют. Как называется? Это тоже яблони цветут.
в центре я иду. Сейчас пойдемте, это пруд я сниму. Вот будет пруд, вырубают там засоренный. Сказали, будут чистить пруд. Чистить там пруд будет. Привет. В красном платьице, в красном. Сейчас женщина шла впереди, а я так иду. И ко мне подошла. Какое у вас платье красивое, красное. Я говорю, это мне подписчица прислала. Это Иванова, трикотаж. Она, ой, вообще, говорит, бомба. Девки, я такую клубнику сейчас сниму. Вот, сейчас я пруд сниму. Вот я пришла. Здесь все вырубают, будут чистить. И это... Рыбу будет, все чистить пруд будет. Вот я подошла. Вот, видите? Это мне вчера соседка сказала. И сосед сказал, иди сними, будут пруд чистить. Ну, раньше чистый пруд был. Раньше чистый был такой, рыбу ловили мужики. Вот, видите, вырубают все. И будут воду сливать. Не знаю, как они качать эту воду. Сказали, деньги выделили на пруд. Ну, не знаю, так вчера сказали. Может, брехня, не знаю. Сейчас я туда зайду. А там машина вон еще стоит. Сказали, будут чистить. Видите, какой засратый. А раньше это мой сын тоже купался. А теперь там не поймешь. Вот, видите, все вырубают. Я уже попробовала одну клубнику. Ой, бомбочка. Сейчас надо огурцов мне взять. Огурцы сказали, 8-й дом привезут. Где я была, сказали завтра, а что, у меня там один огурец есть. Пойду смотрю, армян вон, что ли, приехал уже. Сейчас туда дойдем, снимем. Убирают люди, видите, воды набирают, поливать свои огороды. Ну, это наш клуб, вон он. Вот, видите, сейчас. Ну, конечно, дел много. Вокруг, сказали, будут это. Все. Вот какой пруд стал. Не знаю, правда, неправда. Сказали, чистить будут. О, видите? Сказали, будут чистить. Будут чистить, да, сказали? Правда это? А то вчера соседка ехать, сказали, чистить будут. А как же они выкачивать будут грязь эту? Ой, как хорошо, мужикам рыбу ловить будут, да? Ну, все, видите, все срубили, будут срубать. Видите, а раньше был при Союзе, знаете, какой чистый пруд. И там вот еще около магазина, за магазином был тоже пруд. Лягушки, слышите? Вот так. Этот пруд будет такой же, как и там. Потому что вода здесь естественная. Там вот тоже был пруд у нас. Ну, а сейчас он, его выкачали, а толку-то там теперь хороший, конечно, был раньше чистенький. Ну, посмотрим. Посмотрим. Это клуб наш. Так, а что мне огурцы надо купить-то? Огурцы надо купить. Фотомодель я буду. Представляете, ко мне женщина подошла и говорит, какое красивое яркое платье. Я не помню, как эту девочку-то, Светка, что ли, с Красноярска, где там холодно, она мне прислала, девки. Пойдемте, там что-то торгуют. Сейчас посмотрю в магните. Это вот магазин. Я тоже здесь и цветы покупаю.
Вот такой люб я взяла, Лёв. Здравствуйте. Ой, какой звездой? А? А, я не снимаю ее. Люб, я не снимаю. Ой, как пахнут. Вот такие вот цветы. А почем, объясните, я людям скажу. Сейчас я сум. 750? Сейчас, подождите, я не снимаю. Это сколько? 750. Это... 750, 750. Они тоже двойные. Это 750 двойные здесь. 390 герань. Герань 390. У меня такой нету. А здесь что? А клубника? Вот эти ампельные, вот это 350, вот это ампельные. Так, вот это 350. Ой, ну, не доставай, ладно. Моя фигня. А, вот она. 350. Это 350. Вот жилетовские, вот. Вот эти по 300. Это по 300. Клубника почем? 85, 89. 85, 89. Ну, сюда заходите, здесь рассада есть. Ой, у вас новые шкафы и появились. Ну, это были старые, просто мы сейчас переставляем. Уехала. Какая? Моя. Куда? Сумма, она закрыла магазин свой. А это кто? Это моя твоя дочка. Дочка. Они двойняшки, Машка. Ой, я знаю, что я уже это перепутала. А, здесь и эти есть семена, и картошка, семена. Я этот магазин не снимала, вот сейчас пришла я полазить. Вот она. Вот, видите, все есть. А, и цветы даже есть, видите, и корзинки. О, это моей подруги дочка работает здесь. Так, а это кусты, да, Даш? Нет. Маш, Даш? Нет. Кусты, да? А, это виноград. А это домашние. Ну, короче, все есть здесь. Это а тоже. Нету, да? Нет, всё детского ассортимента еще нету. Все нету, да? Здесь тоже вот торгуют уже. Армяна нету, да? Армян больше не торгует, да? А, вот она. Это я всегда у него брала. Но сейчас дороговато все. Пойду домой, иду. Все, устала, я не могу. Ой, пойду я узнаю, этот опекет. Это азербайджанец торгует. Уже арбузы. Ни хера себе. Ой, блядь, огурцы есть. Хорошей торговли вам. Спасибо. Ну, отойди, да я сниму картошку. Спасибо вам. Отойдите, дайте картошку сниму. Капуста вон свежая. Огурцы здесь 180, а здесь 150. А клубника 600 рублей, блядь, пиздец. Ой, я матом ругнула. Помидоры. Пойду, Валька пекет или нет? Все, устала я. Прогулялась. Еще раз. Вот видите, сейчас машина вот проехала, как побежали. Сейчас вот эта машина поедет, смотрите, сейчас будет гапкать. Вот так. О, видите, что-то они не бегут. Все, хотела рыбу взять, она там Валюха жарит в Корнеевском магазине. Ну, к 11:30. Ой, я идти возвращаться, ждать. Тоже не хочу. Видите, собаки. Сейчас вот это поедет, посмотрим. Вот она. Вот уже би. Сейчас смотрите, газелька. Вот. Вот, видите? Видите? Боже упаси!
Это у нас жилетовая. Идти страшно, гляньте.